Повод, по которому мы сегодня собрались, действительно уникален. Впервые в России начала свою работу, единственная в своем роде, автоматизированная система управления теплоснабжением города, так называемый электронный двойник. Что из себя представляет система теплоснабжения города Екатеринбурга? Краткая характеристика. Под управлением Power Plus порядка 40 локальных источников, и в основном они находятся на периферии. Но самое главное и самая серьезная особенность города Екатеринбурга – это централизованная система теплоснабжения, которая обеспечивает теплом и горячим водоснабжением 70% населения города Екатеринбурга. Объектом управления являются тепловые станции, локальные котельные, полностью автоматизированные центральные тепловые пункты, насосные станции на магистральных сетях. Что, собственно, такое АСУТ? Автоматизированная система управления теплоснабжением – это введение режима с помощью средств диспетчерского управления, диспетчерского контроля и с помощью средств автоматизации с учетом рекомендаций, полученных в результате оптимизационных расчетов на достоверной теплогидравлической модели в реальном времени. То есть на сегодняшний день у нас создан цифровой двойник системы теплоснабжения, который помогает обрабатывать такие огромные массивы информации и выдавать диспетчеру те параметры на источниках, насосных станциях и ЦТП, которые приводят к оптимизации всех необходимых режимов. Был создан единый диспетчерский центр, он находится на старых Большевиков 4. Также в АСУТ был интегрирован наш программный продукт Power to Plus, это мониторинг повреждений тепловых сетей. Для потребителей АСУТ дает, конечно же, совершенно другие уровни комфорта. Это постоянная температура как горячей воды, так и температура в помещениях. Что, какие преференции дает для города? Это в первую очередь обеспечение надежности, мониторинг повреждаемости. Ну и как следствие, если надежная инфраструктура, то, конечно, это привлекает инвесторов для инвестиционной деятельности на территории города. Екатеринбург важен для нас тем, что он получился первым с точки зрения оснащения и подготовки к переходу на новый уровень. То, что мы для себя начинаем, я все время буду делать осторожные оговорки, к термину «умный город в тепле». Да, это начало, да, это пока тепловая сеть. Следующий этап – это цифровизация электростанций и в итоге цифровизация теплового узла. В горожане мы уже эту тему обсуждали тоже. В этом году уже почувствовали первый эффект от работы этой системы. Мы как никогда быстро, всего за 5 дней, вместо обычных там 14-15, а то и больше дней, включили город во входе в зиму.